Провели массу проверок и приняли судьбоносное решение. Психоневрологический интернат в Черемхове, где в августе прошлого года произошла вспышка кишечной инфекции, вновь примет воспитанников. В течение следующих 2 месяцев в учреждение будут переведены 56 детей с умственной отсталостью и 10 с нарушениями слуха. Но в прежнем режиме интернат работать не будет, ведь после его закрытия были уволены около 100 человек медицинского персонала. И пока кадровый вопрос до сих пор не решен. Напомним, работа интерната была приостановлена в августе 2016 года. После вспышки острой кишечной инфекции в учреждении погибли 4 воспитанницы. Более 60 человек были экстренно доставлены в больницы региона. После трагедии часть детей распределили в социальные учреждения Иркутска и Саянска. Все это время решалось, продолжит ли свою работу заведение. Окончательного решения пока нет, но есть решение, что по численности он будет сокращен почти в 2 раза. Это первое. И столь тяжелые дети в одном учреждении сосредоточены больше не будут. Мы до конца января соберемся и примем кардинальное решение. Пока, говорю, дети находятся в 3 учреждениях. В общем-то, там довольно все спокойно.